поднятии государственного флага Российской Федерации стоять смирно. Уважаемые коллеги, родители и дорогие наши дети, во всей стране, во всех школах нашей необъятной страны сегодня отмечается начало учебного года. 10-й раз школа 83 распахивает свои двери для учеников. Будет первый звонок, будет первый урок. Сегодня день особый, мы пришли, встречайте нас. Мы теперь совсем большие, в школу мы пришли, и теперь никто не скажет, что мы малыши.